гиды не ставят, потому что правильно. Че там, тиники, ксусники, люфтанцы. О, зебест. Какой мид тебе? Дядя, какой тебе мид? Каракуля не успел чуть-чуть, да? Тебя видно, кто ставит лайки? Видно, конечно. Я вижу, что Ханли поставил. Я вижу, что Каракуля не поставил. Рак, потому что. Спасибо, ребят, всем, кто на стриме еще остается в столь позднее время. Уже час ночи. От души каждому, кто поддерживает. Спасибо всем, кто поддерживает финансово, кто поддерживает просто лайком, теплым комментарием. Не какой-то азаматчик. Иди, лох, рак, я тебе вижу, ты слабый. Не ной, чумо. Не ной. Чумо. Не ной. Чумо. Я тебе виград. Жопа порву тебе. Кисла, буй. У нас 4 утра, а у меня час. Ну до 2-ка, до 2,5. Хочу стать твоим соседом. У меня уже есть кто сосед? Зачем мне еще сосед? Спасибо, ребят. Ханли обязательно. Ханли вообще... Че тот чувачок? Поеникс на миду. Хорошо. Промах. Сходу промах. Чела на Фениксе нету армора, вообще его можно задрачивать. 24 на 7. Иди отсюда. Что ты делаешь? Чумо. Как дела? Привет, дела хорошо. Чилим, отдыхаем, дядь. В доту играем. Сусника в миду убиваем. Футбол. А чё у тебя ник футбол? Почему такой? Ты футбол? Сусник вообще гений. Ни одного варда на карте не стоит, он все видит. У него третий глаз вот здесь, как у доктора Стрэнджа. That was my plan. На Next все слоты те, кто напишет первые ники. Отвлекаем стример. Эй, бро, сейчас же сноубол будет. Ты зря вот это делаешь, без согласования. Потому что сейчас и так, ну, народ... Там еще 3-4 человека по спонсорке играют. И ты сейчас якобы 7 слотов еще даешь пацанам. Типа, ну это крайне неправильно, потому что сейчас начнется, сейчас пацаны напишут, да? Хоббит-бобит. Эй, ты сдох в курсе. Хорошо. Да что это за ганги? Вы издеваетесь? Жесть. Совет таких игр, что собирать, что делать. Шиша, Кромар тогда, и получается далее вот эти пацаны, которые... Айрлайн, я плак-плак. Айрмаршал. Турист. Малющ. Хан Лучан. Это получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще один ник после Хан Лучана, кто напишет, я выдаю. Выдаю после Хан Лучана, кто крайне напишет. Ну, еще плюс один, ребят, напишите, плюс. Напишите.
Хан Лучан аннулирует, и еще один слот, кто напишет, я выделю, все. Найс, но меня вчетвером опять гангает, ну что за дебилизм? Вы вообще в доту умеете играть, или вот такой только гарем умеете? Ну вы реально, вы же не научитесь так никогда играть. Меня загангаете, да, это получится у вас так играть, но в пабе вы сосать будете, я вам сразу говорю. В пабе так не играют. В пабе никто так делать не будет, никогда. Запомните. Вы так каждую игру проигрывать будете. Я вам реально говорю, что так гангать будет. Четвером бегут. Да это дебилизм конский. Это они постоянно так играют. Это игры с подписчиками. То есть они вот, у них вот такой вот прикол. Четвером загангать. Так, Лагетли 3. Вот ему слотик даю. Лагетли 3. Да он улетит. О, прилетит, сало дал. Успел. Сало дал, прилетит обратно. Вот это я понимаю, люфт танца. Красава, ребята, я смогу теперь жить. Этот парень был из тех, кто просто любит фит. И пофармить лес ему по рулетке сегодня висит. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. А он хотел фидить и не хотел фармить. И он на Феникса убил как лимузин. А почему бы и нет? Да сдохни, ты летящий крип. Сейчас меня опять гей-парад прибежит убивать. А, ну мисс, я понял. Одной тычкой не убьет же он меня. Правильно. А вот крип, ну стик есть. Agreed. Задача одна, топ-10. Задача одна в топ-10. А не лимузин. Ой, засранец. Ну ты сейчас сдохнешь там. Где ты мой сладкий? Сейчас еще один стрейф на фазах, и тебе жопа будет намазана. Вазелина, спорим, промахнусь тут? Я его не могу на фазах догнать. Не могу на фазах догнать чувака. Прикинь. Бесит, ну реально. Они не понимают, что это невыгодно так играть. Они, их не главная задача, это меня поубивать, да? Там два разика они убьют, три разика убьют. Окей, четыре разика убьют. И все, они начнут проигрывать. Они этого не понимают. Куда ты идешь? Ты еще иди под Т4 зайди. Ты нормальный? Что ты делаешь? Этот чел что, СМХ что ли играет? Он видел, что я бегу. О, тинитунчик. Спасибо за подписку. Я тут сдохну. Я не могу бить просто. Опять я один в 4 стою, дерусь. О, боже. Это что такое вообще? Опять такая же игра, как и прошлая. Все, я иду в мид, я буду просто стоять в миду. И плевать вообще на эту игру. Просто стою мид. Никакого, ни ганга, ничего делать не буду. Просто не, мне это невыгодно, меня толпой принимать будут по КД. Абадон себе щит кинул, бежит под тавер. Зачем? Зачем ты его пугаешь? Я ж не подойду поближе.
Все, просто фармим. Просто фармим, ребят. Я карасив не хочу брать. Уже бежит. Чудик на лишраке. Убивайте меня. Все, все ТП дали. Мы круто в доту играем. Круто в доту играем. Все ТП дали, уже все здесь. Промах. Магнус РП в меня дал. О, что это такое? Парни, уйдите свои лайны. Вы видите, что они делают? Просто уйдите свои лайны. Они тупо в меня будут суицидиться. Вы не понимаете? Видите, в пятером в миду стоят. Фармите свои лайны, пожалуйста. Прыгает, РП дает. Просто свои лайны фармите, и все будет огонь. Жесть, почему я его не догоняю? У него просто сапог. Крокатится. Если, кстати, карасив был, я бы забрал его сейчас, потому что МС бы тоже замедлил. Еще кто-то ТП дал. Барда нет, у меня на мидвар тоже. Да, еще одна будет. А, фен дал. Окей. Пусть стоят в миду. Вдвоем, втроем. Мне нагло мне тупо терпеть надо и все. Они не выиграют эту игру, если я буду терпеть просто. Я терплю, я выиграю. Не терплю, проиграл. Все. Я всем, кто написал, выдал слоты. На next будет им слот. У них вард стоит, да? Три мид. Один в таверне. Хорошо. Дайгер у Тини, найс. Тини двоих убивает. На next дай. Все, кто написали, я им выдам. Дядь, ты чё? Ты о чем? Я же сказал, все, кто напишет, я выделю. Не бьет герой, не ударит. Глиф, найс. И не с дайгером, но я сдох сразу. Он четко вышел. 5 мид опять. 5-5 мид. Какой бред.
Не дам я тебе слот на next, отстань от меня. Я же уже сказал, что слоты все раздал. Да я, мне тут потерпеть просто надо, они как эти, как дуралеи просто, ванвей это все. Так они игру не выиграют. Не просто ванвейт. Но я хотя бы фижи что-то забираю за собой. Это тоже хорошо. Преимущество. Но так как они играют, так никто не играет. Так, ну просто так не нужно так играть. Никогда так не играйте. Вы не выиграете так ни одну карту. Реально, ни одну карту не выиграете. Нет центриков. Как жаль. Шесть. Валей-ка масло. Чуваки в шоке, Тини. Бежал, бежал, раз, исчез. Где он? У него там этот инвиз. Это как так? Привет. О, боже, как хорошо он закрыл. Да куда ты идешь? Стой. Мне нужен БМ срочно. Ярослав, что это за дела? Про слот, это про меня. Какой? Чего? Вообще ничего не понял. Какой слот? Нет, ты там сыграл, оставь, я не просил ничего. Но спасибо. Но спасибо. Че там, пацаны, тащим? Спасибо, Ярослав, не надо было. Вот это дно, как бы убить хочется немножко. А, ну там два их. Двоих я не тяну никак. Если кто-то придет помочь, я бы с радостью. Давай, Ханли. БМ 90 сделаю хотя бы. Чешется, помоги, ногами почеши.
Чётенько. Абадон просто соло затащить хочет, поэтому. Поэтому так делает. Это настоящий Магнус, что ли, да, лол? Да, вы толпой в него встаньте, пусть он в нос. У вас кнопку нажмет, лол. Бей. Да бей яйцо, ё-моё. Этого мы сейчас тоже убьем. Все. Нет. Вот так вот, ребят. Учитесь. Как играть командно. Магнус там забежал что-то. Что-то у Каки вся. Я сейчас еще пайпуху сделаю. Что я буду... Василий, хрен пробьешь. Пайп сделаю. Встретись, как пивка попить. Так я ж не пью. Дядь, ну спасибо. Я не пью. Гобе. Нет смысла стоять дальше. Кайпуху делаю, парни. Вообще не в тему я. О боже. Найс РП. Дальнобойщик, дай бог приду, напишу. Да не вопрос, спасибо. Да, пайп надо. Да, что-то какая-то драка, я думал нормально будет. Нам нужно немного по-другому работать. Нужно Феникса закрывать, чтобы Скай Феникс закрывал. И дальше двигаться. Лиар! Лгунчик. Просто так? Спасибо, бро. Смока. Спасибо, бро. От души. Просто так ничего никогда не бывает. За все надо платить. Всегда за все. Даже я плачу за все. За тот же стрим. Спасибо. Файт надо сделать, да. Файт. А, ну уходит сразу, не дофармливает, сразу уходит. Че, МХ подрубил? Бобин. Бобин. На МХ играешь, что ли? Рак. Не умеешь по-другому, да? Феникс хорошо играет, да вообще жесть. Сильный игрок. Вообще нереальный. Колы с тобой, не вопрос. Колы без Б. Че, драка будет или нет? Спасибо за просто так, бро, честно. Ценю то, что поддерживаете это от души. Реально. Дай бог вернется. Все, погнали колотить. Бро, на Никс Лего играть. Да неинтересно на Легионе, я на Эрке лучше поиграю. Давай, турист. Турист Ярославович. Да, было бы круто. Гоу. Таракашек. Команды. Опять мы и лезем в эту дырку. Они знают, что мы идем. Это плохо. Мы можем сейчас просрать эту игру. Б.
Не надо, ребят. Если нас видно было, мид. Га. Если видели нас уже, то уже опасно. Исфе, играй. Я не умею на СФ. Я умею только на двух героях. На вайпере и на вайпере. О, как вы так попались? Цусник. Хусник. Хусник. Хорошо. Как Вивер, блин, сдох. Это так досадно. То, что Вивер сдох. Аба тоже сдохнет сейчас. Если Вивер сейчас не сдох, драку могли подтянуть. Успеваю, конечно, стараюсь отвечать, успевать. Что делать? Куды пайпы все смягчают. Пайп БКБ. Пайп. Извините. Пайп. Давай, давай, давай. Да он уже в таверне, что ты его хилишь? Ну давай. Давай драться. А, ну вот так, да. Так не кайф. Не могу бить просто, жесть. Ублюдство, вот эти спириты, это вообще жесть, что за кринж. Ладно, пойдет. Сейчас по чуть так оденемся. Пайп делать и БКБ надо. Ну, ульт, да. Ульт у тебя кринжовый был. Да на донат тоже не отвечает, это вообще кринж, типа. КЗ, не ответить на донат, человек тебя донатит, он смотрит тебя, да, ждет какой-то реакции даже на донате, и, типа. И типа даже человек, когда на это не отвечает, это, типа, КЗ, я это не понимаю. Настолько занятой, что тебе срать то, что тебе человек просто так дает деньги, что ты не можешь ответить или что? В чем смысл? Как это понять? Ты души его нафиг. Ульт надо жать на вивере или сдохнешь. Ладно. Ладно, пайп почти есть. Мне чуть-чуть до пайпа, а потом БКБ надо сделать. Хорошо, пайп есть. Сейчас, конечно, буду подольше жить, но толку от этого без БКБ не имеется вообще. Вообще не имею толку. Б.
Куда вы, Соло? Что ты делаешь на Абадоне? Зачем вы фидите просто так? Надо не фидить просто так, надо разменивать постоянно. Если вы размениваете, мы выигрываем игру. Чё сложного? С леса выходил. Ну и нафидил, найс, дядь. Зачем так делать? Толпой, если толпой мы деремся, я принимаю этот вызов. Я побегу первый. Мне не сложно. Магнуса сейчас можно было забрать. Чуть-чуть ловкости рук на Скай. И забирали бы. До БКБ копейки, в принципе. А не лимузин. Что? Монетку насыпай, насыпай. Фармим. Клаку взял ты? На вивере за 550 берешь клаку, у тебя хп сразу в два раза больше становится. Это магический артефакт на 85. Лучше этого арта не придумали еще. Имбовая вещь. Просто резист 50 уходит сразу и все. 50% магии. Что там, бладстоуны. Не страшно пока что. Говори, глупец. Вот бы тебе Атос на Скае. Рашпетку подождем, может. Го вот туда. Вивера ждем. Привет. Почти Атос, да, фарми. Угу, спасибо. А не лимузин. У меня БКБ-ха остается, косарики там. Сейчас цеплять будут. Пайп дал, брат. Жесть, как ты, дядя, даешь. Умудрился. Этот меня прыгает. Найс, гений. Не знаю, меня толпой прессингует просто. И вот этот тоже развернул. И этот меня развернулся. Да не, это ГГ. Это просто меня пытаются убивать. Абадона никто не трогает. Абадон всех подряд бьет. Щиты себе по КД кидай. Дескойл Феникса дай, он умрет. Жесть. Тут на Абадоне можно соло игру выиграть. Но у него скилла не хватит у этого игрока. У него не получится соло. О! Ну что там, ногами играет, что ли? Если бы он хотя бы... Если бы Абадон, ну, сейвово играл, меня подсейвливал, мне кажется, мы бы уже выиграли. Реально, вот, без Б. Вот, ну, наверное, даже могу поспорить на косарь. Что если бы он меня сейвил, мы бы уже выиграли. А он играет на себя, ему тяжело кнопки нажимать, но он даже на себя не успевает нажимать. Чуть-чуть ему бы скилла бы, вот, да, игрового, он бы уже бы катку выигрывал. Спасибо за подписку. Там меня три героя сразу же прыгают. Под конец драки так вообще забей.
Рошан есть. Рошан есть, надо чапать. Это там БКБ купил на тинике. БКБ минус одна секунда, девятка уже. Мне остается, в принципе, до БКБ 1600 и 1300. 1000 и 1200-300 остается до БКБ. Одна драка с Аегисом успешная. Мы камбэкнем все золото. Все абсолютно. Кто бы что ни говорил. О, здорово. А я что-то его не увидел. То есть... Я вивера засейвил, но там потом РП в него прилетело. Ждем всех. А тот замедляет, все. Больше ничего знать не надо. Хотя бы за 1300 купить. Наконец-то первый фражочек. Отойдем. ББ. ПП. ББ. Пусти, пусти, пусти. Куда ты идешь, Б? По пути можно вот так два крепочка взять. Еще это мифрил саммер. Все, найс. Один в один разменялись, я фарманул чуть-чуть. Отлично. Там БКБшка на тине, еще минус секунда. Они ушли. Играл на Абадоне за вроде более-менее сыграл. Что вообще? Что вы несете? Товарищ, вы пьяны. Так, на БКБ копейки. Там вижен есть по-любому, сейчас придут тушить. Если быстро заберем, вообще по кайфу будет. Хорошо, минус кнопка. Главное под клока не встать. Да меня жесть замедлила. Сейчас еще этот чел прыгнет. Это хорошо, это очень хорошая драка. Мы сейчас в лютом плюсе. Тини палочник на топе, да? Только. Че там, извините, выпал, рили. Что за бомж на Магнусе? Хотел жестко шуткануть, но вспомнил, что на моем стриме это неприемлемо. Обычно так в Доте 2 говорят. Но я не буду это озвучивать. У меня уже БКБ есть. Да дай мне БКБ дофармить. На скайп птицы своей. Все, есть БКБ. Хорошо. Поехали, чуваки. Магнус смог РП в пятерых дать. Не докатился. Не хватило ему. Гугульмуга. Гоу, летуни. Если еще подбайтим тиника, будет вообще excellent. Ух ты какой. А ты что, не сильно ли тебе, дядь, там жопу порвать, может, как думаешь? На это ГГ. Вот это вот цепануть.
Цепануть надо было. И не пойдет хайграунд нам, да? Ладно, я там кану. У нас ХГ падает. Ну, детекшена нету, да? Выйдешь сюда? Ну, там палочник уже с дубинкой апнутый. Палочник. Бей, 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 даггерс, бей ему. Ну, вот сейчас бы огоним, жесть как пригодился мне. Там ребята остались, да, ну салют, Дракони. Салют. Доту 2 нет, не играю вообще. Мои силы уже. Души его. Хорошо. О, и пена туда же. А этот крысиный барон все до сих пор по топу бежит. Господи. Погнали. Мид. По миду, го, 70 сек. Ребята справятся. Тинником и толпой вольнем. Он не проблема вообще. Только вместе не стоять. Я пайпуху нажму, если что. Кинь, если б цепанули. Да левый барак бьется, брат, сначала. Левый не регенец, а правый регенец. Это плохо. Промах, да ну! Как такое? Ему не спишь. Да не спится, видишь? Гений на Абадоне игру руинит просто. Я не понимаю, о чем он не играет. Он все это время в топ спокойно стоял. Вот, ну вообще, ну, вот, ну реально, не думает, да? То есть нужно было прям... Вот прям надо было сейчас на топе пушить на Абадоне. Мы бы драку вин сейчас, если что. Но реально бы выиграли драку с ним. Я не понимаю, почему он по топу ходил. Дефнем. Я уже рез. А какой в дамаг переодеться? Я нормально собрался. Вот у нас челубек. Он АФК. Он не играет пока что. Иди дерись!
Бейся, алло! На Абадоне! Извращенец! Дай щит своему тиммейту! Он просто жесть, потерянный. Просто не хочет вин. Ох, как я быстро летаю. На стоп падает еще. Я пошел на топ. Абадон, соберись, ё-моё. Что с тобой не так? Какого хрена? Ну реально, мы ж могли сломать. Сами подумайте. Все, сколько мы в миду стояли? Мы дрались еще минут 15. Ой, минут 15, секунд 15. Я топ сейчас дефну, приду на мид. Феникс резнулся, это плохо. Могли ж выиграть драку. Сейчас лишрак потушит. А, нет, найс. Абадон это машина нереальная. Абадон очень сильный герой. Просто Абадон не хочет играть, видимо, доту у нас сегодня. По телефону разговаривал. Найс, чё? По телефону. Скинул и затащил. И всё. Мид го хотя бы заберем, алло. Что ты там один делаешь на скае на своем? Господи, да что с вами не так? Резко забрали, ушли. Парил и Б. Уйти, уйти. Ну, нафиг он нужен. Этот идет топать в тупую. Как ты достал еще? Но сниз падает. Сниз падает. Надо это забирать. Что ты там ультуешь? Успел ты подать? Вивер живет? Ой, не успел же есть. Да куда вы идете? Стойте. Жесткая тема. Там на Абадоне парень нормально может сыграть. Он просто он там по телефону разговаривает. То есть он, ну, это... Как тогда, помню, чел за меня на баре играл. Я кушаю, пишет. Я говорю, ну, Найс, ты кушаешь, дядь. Типа, у нас тут катка потная. Давай выиграем. Надо, паузу поставил. 30 секунд нафиг послал. Все. Кайф. Дота есть, ты есть же. Так, 5000 золотых. Слава высшим эльфам. Рош есть. Хорош есть. Та-та-ра-та-та-та. Тан-тан-тан-тан-тан. Бегу. Маньяк. Тиммейты, да нормальные тиммейты, просто они не собраны. Я пытаюсь ими навигацию... Делать им какую-то навигацию делать, чтобы они не терялись. И можно играть. Это не проблема вообще. Выиграть тут на изи можно. Во-во-во, гу-гу, ошибается, чел. Принимай. Ты че такая жирная свинота, а? Мне Аегу. Я беру, 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 беру. Что он такой жирный? Фен по топу идет. Ого, какой вард, ну ничего себе. И по топу. Аба сыр забрал. Найс, вкусный сырочек. Гоу, вот здесь. На характере. Гоу, 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 сухпайок. Раскушаем немножко. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Туда иди, да-да, веди, 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 веди. Вини, веди, виси. Найс, вот тут, по-моему, вард какой-то стоял. Что-то такое. Все, все, кучкуемся. Опа-топа. Ух ты, фен. Магнус. Хорош. ТП. Найс, пушим, пушим, пушим. Магнус минусом. Yes.
От газ лагать. Окей, я понял тебя. Окей. Давай драться. Пен, лоха повы стоит. Сыр есть. Давайте заходим. Лог байбек. Я манся от этих спиритов конских. Хорошо, этот должен сдохнуть. Ну-ну-ну-ну, 10 хп, хорош. Туши его. Или этого хотя бы. Ну все, вот этот ушел. Того заберем, этот запушится. Все, найс. ХПшка имеется. Фен байбек. Эй, фигня. Пойдет. Просто детекшена нет, он в инвизе стоит. Души его. Хорош. Игру только что закончил. Парень на этом. Надо уходить. Парни, уходим. Юл есть? Я ухожу, уйду я. Уходи, уходи, уходи. А, РП дает, все. РП дал. Все, найс. РП дал, чел. Сейчас умрешь. О боже, ну слепошара, а? Привет. На Абадоне парень хорошо играет, конечно. Where shall I strike? I bow to your will. Direct my wrath. I will honor our pact. Our alliance. My as is my aim direct my wrath. Our brethren's town is under attack. Стефан. Чем Аби БКБ? Спроси у него, я не знаю. У него спрашивать надо, дядь.
Нету там Рошана давно. Чересаться будет. Говно бежит. Ну меня задизейблил, окей. Нас ХГ ломает. Жирная тварь. Цепляй его. Чел, ну ты сдох. У тебя байбека, по-моему, нету даже. Без ББ. Погнали. Ломайте низ. Не бубакнулся, это плохо. И 50 золота не хватает. Хорошо. Есть у меня ХП. Но это луз, вы же понимаете, что сейчас мы игру проигрываем. На Абадоне, что ты делаешь? Я прилетаю, чтобы подраться, меня убивает Тини полдня, Абадон дрочит, бегает где-то. Магнус, оставь. Он ничего не делает, Магнус, уже. Оставь его в покое на Магнусе. У него нету ни РП, ничего. Зачем он тебе нужен? Помоги своей команде на Абадоне. Какой он тяжелый игрок, жесть. Дмитрий, как ты тяжело играешь? Вивер, вот сейчас Вивер может выиграть эту игру. Если заберет еще хотя бы Фена. Успей Цешку нажать, дядь. Ой, хорош. Если Фена забирает, может мозги еще до... Ой, Тини байбекнулся. Но это ванвей будет. Мороси. Мороси.
Иди. Когу разбить надо, дядя. Байбек есть? Ты без байбека тоже. 30 секунд. Абадон, хорош, хилять Абадона. Так, скайп, кукарекнул. 20 сек, рез. Отойди, отойди, отойди. Десять секунд. Фен на базу не улетел. Тини живой еще. Убивайте, убивайте. Я ульту просрал. Да пофиг там иллюзия. Джи-джи, выпотели таки. На тинике, на лишраке, на фениксе выиграть не могут. Вы чё? С таким Абадоном. Вот сколько ошибок у Абадона было, да? Жесть, вот извращенец на Абадоне, я вам отвечаю. Дмитрий, ну что с тобой?